На грани экологической катастрофы оказались села в Полтавской области. А все из-за наращивания добычи газа. Новые буровые вышки растут, как грибы после дождя. Из-за внедряемой технологии гидроразрывов ушла вода из колодцев, а люди вынуждены дышать продуктами сжигаемого газолина. Ну, Андрей, это мутно вот так. Зеленый осадок и грязь на дне ведра. Такой вода в колодцах жителей Коломацкого стала после появления в округе буровых вышек. Последние годы в Полтавской области компании активно наращивают добычу топлива по технологии гидроразрывов пластов на глубине от 3 до 5 километров. Резко упала вода в колодце. Зараз в колодце, ну, с метр воды все равно. А по-друге, она воняет и... Ну... Такі п'ятна появилися. Ну, вона мутна вода, в общем, по-перше. От. А який запах? Ну, такий запах, ну, хімії віддає. Наберемо відро води, а там тоді мулимо. Не стало води в колодязі. Всі село каже, всі люди кажуть, що то багато тих яких вишків. На месте этого камыша когда-то был пруд. Его выкачали буровики для своих технических нужд. Насколько опасно для окружающей среды добыча газа методом гидроразрыва, ученые до сих пор не могут сказать. Но люди свое мнение уже сформировали. Люди против гидроразрывов, против подальшего знищення природы. Они пошли другим шляхом. Они сейчас эти гидроразрывы оформляют как реконструкцию старых свердловин. Нема жодного погодження с территориальными громадами. Плохвицька. Лохвицкий район, Гадяцкий район, трошки вище, Полтавский район. Глава Полтавского облсовета показывает на карте весь север области, буквально усеян буровыми вышками. В этой местности много месторождений газа. Его добычу монополизировало госпредприятие «Укргазводобывание». Масштабы колоссальные, уверяет чиновник, как и ущерб от работы буровиков. Предприятие платит ренту за добычу недр в госказну, а уже оттуда облбюджет получает небольшую субвенцию. Нам пропонують підписати соціальну угоду на рік на 19 мільйонів гривень, це було в 2016 році, а зараз на 30 мільйонів гривень. Це нас категорично не влаштовує, і ми зазначаємо, що витрати екологічні, інфраструктурні і інші, вони в десятки разів більше, ніж те, що нам пропонують. Получив лицензию на добычу топлива, предприятие уже 2 года работает в Полтавской области без спецразрешения от облсовета. Депутаты напрочь отказались выдавать его газовикам. На эту ситуацию уже отреагировали в Министерстве экологии. Хай звертаються Мінприроди, ми готові вислати нашу комісію, да хай перевірить і комісія запропонує, яким чином діяти далі. Комментировать ситуацию в Укргазводобывании пока не спешат, хотя соответствующий запрос был нами отправлен. Станислав Кухарчук, Светлана Шикера, Елена Зорина. Подробности, телеканал Интер, Полтавская область.